Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Для того, чтобы связать данный вариант ленточного кружева, делаем 4 воздушные петли, накид, и в нашу первую петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Далее делаем одну воздушную петлю. И в эту же петельку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. 3 воздушные петли. Накид. И в нашу арку между столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля. И 2 столбика с одним накидом. Разворачиваем наше вязание, делаем 3 воздушные петли и снова в нашу арку провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, 1 воздушная петля и еще 2 столбика с одним накидом. Так мы вяжем до нужной длины данного кружева. Далее будем уже делать его отделку. Провязала я 24 ряда. Раппорт узора составляет 8 петель, поэтому умножайте и делайте длину для вашего кружева. Когда мы провязали, разворачиваем вязание. В нашу серединку делаем столбик без накида. Далее 4 воздушные петли и будем вязать по нашему данному верху. Разворачиваем, где у нас в ряду была в последнюю цепочка вверх, ее направляем. Делаем накид и в нашу цепочку первую провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Далее 3 воздушные петли. В следующую нашу цепочку также 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. 3 воздушные петли. В следующую также 3 столбика с одним накидом. И так повторяем до конца нашей цепочки. Провязали. И чтобы закончить ряд, делаем 3 воздушные петли. И в нашу начальную петельку вот здесь делаем столбик с 2 накидами. Далее мы в наш столбик провязываем 3 столбика без накида. Второй, третий, и сюда же в центральную петельку также столбик без накида. Далее вот у нас есть вот эта цепочка в начале, которая была, мы также в нее провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий, и в верхнюю петельку соединительный столбик. Далее будем провязывать вот в эту арку. В нее мы провязываем 8 столбиков с 2 накидами. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Далее в следующую цепочку мы делаем
столбик без накида. Далее снова в следующую цепочку 8 столбиков с двумя накидами. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. В следующую цепочку столбик без накида. И так провязываем до конца всю нашу цепочку. Довязали, и в нашу самую крайнюю петельку здесь в конце провязываем соединительный столбик. И у нас получается вот такое вот интересное кружево. Достаточно быстро и легко оно вяжется. Вот с двух сторон такое. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии и пожелания. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем пока-пока!